Арника. Очень распространенная на севере ягода, но ее мало кто собирает. Хотя она очень полезная. Там много всяких кислот, аскорбиновая кислота там есть, очень много витаминов. За время войны ее собирали, заставляли собирать жителей по ведру приносить такой ягоды. Из нее делают сок. Я обычно делаю сок. Сейчас ее заливаю водой холодной. Сейчас у меня стекает вода, сливаю из фильтра. И буду ее потихоньку заливать зимой. Я ее вытаскиваю и через мясорубку. Это, кстати, момент я покажу. Вот у меня я два ведра собрал. И вот у меня еще осталось, что-то переберу и покажу, как я буду делать сок из нее. Вот зимой достаем и делаем сок. Очень полезно ее по 50 грамм, где-то по утрам пить натощак. Я раньше выпивал, но и самочувствие, она, кстати, снимает утомляемость, бодрит, такая, ну, бодрящий сок, и ее обычно едят в лесу, не то что едят, утоляет жажду ей, когда проходит, срывает, и очень много растет в этом кусте, срывают ее, и вот едят, а кожуру выплевывают. Сейчас я буду заливать. Тут воды, в принципе, её немного надо. Некоторые делают из нее варенье, но я ни разу, и повидло, я ни разу не пробовал. Употребляю в виде соков. В последнее время я узнал, что народ-то собирает ее. И на работе у меня коллеги говорят, что собирают, сок давят. Кто-то варенье, повидло делает. Ягоду залил. Сейчас накрою крышку и на балкон. Кстати, вода со временем почернеет, потемнеет и приобретет вкус вороники. Ее можно тоже пить спокойно. Поэтому заливаем фильтрованной водой. Сейчас будем делать сок из вороники. Тут примерно 4 литра ягоды. Через обычную мясорубку. Посмотрим, сколько получится. Ну, сначала, ну, сейчас весь процесс. Буду показывать. Сейчас я это засыплю. Интересно, он растет где-нибудь еще, кроме нашего Курского севера? Очень полезная и вкусная ягода. Сейчас включаем. Так, где здесь выключить? Смотрите, он брызгается. Вода, она, такая ягода, она водянистая. Потом придется отжимать ягоду. Сейчас я быстро сделаю, покажу весь процесс немножко. В принципе, это все делается быстро. Он такой, как будто яблочный сок. Жалко, он разбрызгивает. Надо было пакет сверху. Все, включу, когда уже сделаю. Ну, получилась такая жижа. Да, да. Жижа, сейчас мы ее процедим. И баночку. Тут жмых, кстати, я тоже использую. Чай заваривать. Обладает мочегонным средством. Очень хорошая вещь. Я обычно процеживаю через марлю. Но марлю не могу найти, поэтому через такую штуку попробую. Интересно, будет осадок или нет. Что ж, экспериментирую. Вот, процесс пошел. Сейчас я буду надавливать. Взял пластиковую бутылку. Так, в холодильнике удобно хранить. Так, что-то тут пошло не так. Жмых буду отдельно складывать. Потом его еще отожму. Марлю найду. Жена принесет марлю. Да, когда он придет. Вот, готовый продукт. Где-то из 3 или 4 литров получился ягоды. Получилось 2 литра прекрасного вкусного сока. Все попробую. А, рекомендую. И жмых сейчас я его высушу и буду чай ложить. Вот, рекомендую по 50 грамм по утрам пить. Я это дочитал, это очень полезно. Ссылку смотрите в описании. В описании там все будет. Про эту ягоду. Про